Сегодня я расскажу о ярославских поэтах, которые вошли в историю русской культуры как Серебряный век. Это было время расцвета литературы, живописи, архитектуры, в общем, всех сфер искусства и культуры. Но первое, о чем люди думают, когда говорят о Серебряном веке, это, конечно, литература. И в особенности поэзия. Вот о поэтах Серебряного века, которые были достаточно тесно связаны с Ярославской землей, и пойдет речь сегодня. Самуил Викторович Кисин, псевдоним Мумий. Господа я не молю, дьявола не призываю, я только горько люблю, я только тихо сгораю. Край мой, забыл тебя Бог, кочка, болото да кочка. Дома ты нищий убог, жена да безногая дочка. Господи Боже, прости слово беспутного сына, наши лихие пути, наша лихая судьбина. Это предсмертное стихотворение Самуила Кисина, писавшего под псевдонимом Мумий, поэта малоизвестного, однако воплотившего дух своего времени, Серебряного века. Некогда близкий друг Кисина, поэт Владислав Ходосевич, оставил биографический очерк о Мумии, написанный в 1926 году. По существу, на сегодняшний день это единственное художественное биографическое свидетельство о жизни Мумии. Ходосевич писал: «Самуил Викторович Кисин в сущности ничего не сделал в литературе, но рассказать о нем надо и стоит, потому что, будучи очень сам по себе, он всем своим обликом выражал нечто глубоко характерное для того времени, в котором протекала его недолгая жизнь. Его знала вся литературная Москва конца 900-х, начала 910-х годов. И, не играя заметной роли в ее жизни, он скорее был одним из тех, которые составляли фон тогдашних событий. Однако ж по личным свойствам он не был человеком толпы. Он слишком своеобразен и сложен, чтобы ему быть типом. Он был симптом, а не тип». Самуил Кисин родился в Рыбинске 24 октября 1885 года в многодетной еврейской семье. Его отец Виктор Израилевич Кисин был купцом второй гильдии. До 10 лет Самуил Кисин воспитывался дома. Затем поступил в Рыбинскую гимназию, окончив которую с серебряной медалью в 1903 году, поступил в Московский университет на юридический факультет. В студенческие годы друзьями Кисина были Александр Кайранский, художник, который входил в художественные круги Москвы, Валерий Александр Брусовый, Борис Зайцев. Вместе с ними Кисин пытался издавать газету «Студенческие известия». Вышел один номер этой газеты в 1907 году. А также еженедельник «Литературно-художественная неделя», вышло 4 номера, и юмористические журналы «Вихрь» и «Красный фактор». Правда, ни одного номера этих журналов не вышло, они остались лишь в замыслах. Напряженное душевное состояние, характерное для того времени, Самуил Кисин передал в одном из своих стихотворений. Оно называется «Студенческая комната». «Вечер, зеленая лампа, со мною нет никого. На белых сосновых стенах из жилок сочится смола, тепло, пар над стаканом, прямая струя дыма от папиросы, оставленной на углу стола. На дворе за окошком тьма, запотели стекла, на подоконниках тюльпаны, они никогда не цветут. Бьется сердце, тише, 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 замолкнут блаженство неврастении, если утром не будет шарманки. Мир сошел с ума». Первое свое стихотворение Самуил Кисин опубликовал в 1906 году в небольшом литературно-художественном журнальчике «Зорин». Он стал публиковаться под псевдонимом Муми. Притом этот псевдоним стал и его прозвищем среди друзей, домашних и знакомых. Муми с санскрита переводится как «святой мудрец». Термин довольно широко используется в буддизме. Но вот в отличие от многочисленных синонимов этого слова, слово «муния» несет коннотацию «тот, кто даром впустую не проронит ни звука, тот, чье каждое слово веско и глубоко».
К 1906 году относится и знакомство Муни с Владиславом Ходосевичем, ставшим его самым близким другом. История распорядилась таким образом, что и сам Муни, и его творчество находятся как бы в отблесках славы Ходосевича, при том, что и Муни оказал большое влияние на поэзию Ходосевича. Вот как сам Ходосевич описывает знакомство с Муни в своем очерке. «Мы познакомились в конце 1905 года. Самуил Викторович жил тогда в Москве, бедным студентом, на те 25 рублей в месяц, которые присылали ему родные из Рыбинска. Писал стихи и печатал их в крошечном журнальчике «Зори» под псевдонимом Муни. Так и звала его вся Москва. Мы сперва крепко не понравились друг другу, но с осени 1906 года как-то внезапно открыли друг друга и вскоре сдружились. После этого 9 лет до кончины Муни мы прожили в таком верном братстве, в такой тесной любви, которая теперь кажется мне чудесной». Одно из стихотворений 1907 года Муни посвятил Ходосевичу. «И в голубой тоске озерной, и в нежных стонах камыша, дремой окована упорно, таится сонная душа. И ветер, с тихой лаской тронув верхи шумящие дерев, по глади дремлющих затонов несет свой трепетный напев. И кто-то милый шепчет «можно» и тянет в глубину, а сердце бьется осторожно, боясь встревожить тишину». В 1909 году Муни женился на Лидии Яковлевне, младшей сестре поэта Валерия Брюсова. Долго находился в поисках работы, которая была особенно необходима в связи с рождением больной дочери. «Муни не был ленив», — писал Ходосевич, — «но он не умел работать. Человек замечательных способностей, интуиции порой необычайны. Он обладал к тому же огромным количеством познаний, но сосредоточиться, ограничить себя не мог. Всякая работа вскоре отпугивала его, открывались неодолимые сложности и трудности. О чем бы дело ни шло, перед Муни возникал образ какого-то недостижимого совершенства, и у него опускались руки». Вот стихотворение Муни, передающее его мироощущение вот этих вот 90-х-10-х годов. Она называется «Летом». «Пуст мой дом, уехали на дачу, город утром светел и безлюден. Ах, порой мне кажется, заплачу от моих беспечных горьких буден. Хорошо вдыхать мне пыльный воздух, хорошо сидеть в кафе бесцельно. Ночью над бульваром крупных звездных небо, как над полем, беспредельно. Жизнь моя, как сонное видение, сны мои летите мимо, мимо. Смерть легка, не надо воскресенье, счастье мое невыносимо». Муни писал стихи, рассказы, драматические вещи. В сущности, ничего ни разу не было доведено до конца. Либо он просто бросал, либо не дорабатывал в смысле качества. Все, что он писал, было хуже, чем он мог написать. Это мнение Ходосевича. Поскольку действительность была сном, она становилась бременем. Жизнь была для него легким бременем. Так он хотел назвать книгу стихов, которой никогда не суждено было появиться. В 1917 году она была подготовлена к печати его семьей и немногими близкими. В годы революции дважды побывала в типографии. Однажды была вполне набрана, и все-таки ее нет. В апреле 1913 года Муни получил диплом об окончании Московского университета. Это был последний год мирной жизни, когда было написано стихотворение. «На серых скалах мох да вереск, светлые безрадостные дали, здесь сердце усмиренно верит безгневной и простой печали. Кругом в воде серо-зеленый, такие ж сумрачные шхеры, и солнце диск неопаленный склоняется за камень серый. И в ясности всегда осенней звучит безгорестной чайкой твое ласкательное пение, Офелия, Солны, Айка». В первый же день войны Муни был мобилизован в интендантскую роту и отправлен сначала в Хабаров, а затем в Варшаву. Когда Варшаву заняли немцы, его отправили в Минск. Ходосевич писал:
Последней, тягчайшей неприятностью реального мира оказалась война. Муни был мобилизован в самый день ее объявления. Накануне его явки в казарму я был у него. Когда я уходил, он вышел со мной из подъезда и сказал: «Кончено, я с войны не вернусь. Или убью, или сам вернусь». Оказалось, что, как еврей, он не был произведен в прапорщики, но неожиданно назначен чиновником санитарного ведомства. Но лазаретная жизнь для него оказалась не легче, чем была бы окопная. Приезжая иногда в отпуск, он старался не особенно жаловаться, но его письма оттуда были полны отчаяния. Реальность несла на него самую страшную форму. Все попытки высвободить его, добиться хотя бы перевода в Москву, оказались тщетными. Начальство отвечало: ведь он в тылу, чего же еще? И по-своему было право. 22 марта 1916 года, находясь в действующей армии, Муни покончил жизнь самоубийством. Ходосевич писал об этом следующее. Муни находился у сослуживца. Сослуживца вызвали по какому-то делу. Оставшись один, Муни взял из чужого письменного стола револьвер и выстрелил себе в висок. Через 40 минут он умер. «Я в этом мире как слепой, иду и ничего не вижу, но ничего и не обижу своей бессильной клеветой. Я знаю, солнцем красен день, цветут цветы надежды, но легкие сомкнувшие вежды, иду медлительный, как тень. Мой зоркий глаз, моя клюка, не упаду в пути на камни. Я не живу, но нелегка мне моя предсмертная тоска». Большинство замыслов Муни остались нереализованными. Многое из его наследия не собрано. В настоящее время отмечается некоторый рост интереса к его творчеству. Исследователи склонны рассматривать его не только как несостоявшегося литературного двойника Ходосевича, но и как самостоятельную фигуру русского Серебряного века. Всего при жизни Самуил Кисин опубликовал 18 стихотворений и 8 рецензий. Стихи, проза и переписка с Ходосевичем были изданы лишь в 1999 году в книге «Легкое бремя». Эта книга вышла в Москве в издательстве «Август». Михаил Алексеевич Кузьмин. Этот поэт остается по сей день, пожалуй, одним из самых загадочных русских поэтов 20-го столетия. Объяснить эту загадочность не так легко. Родился 18 октября 1872 года в Ярославле. Он был пятым ребенком в семье отставного морского офицера Алексея Алексеевича Кузьмина, отпрыска старинного русского дворянского рода. Мать Михаила Кузьмина, Надежда Дмитриевна Федорова, была дочерью мелкого землевладельца Ярославской губернии, внучкой знаменитого французского актера Жана Афрени, современника Вольтера. Воспоминания о Волге, о своих истоках не однажды отзовутся в поэтических произведениях Кузьмина. «Я знаю вас не понаслышке, о верхней Волге города, Кремли и чешуйчатые вышки, мне не забыть вас никогда. И знаю я, как ночи долги, как яр и краток зимний день, я сам родился ведь на Волге, где сударью сдружилась лень, где истари благочестивы и сметливы, где говор крут, где весело сбегают нивы к реке, где молятся и врут, где Ярославль горит, что в Митре у патриарха Алрубин, где рос царевич наш Дмитрий, зарозовевший кровью Крин, где все привольно, все степенно, где все сияет, все цветет, где волны медленно и пенно к морям далеким путь ведет. Я помню запах гряд малинных, и горниц праздничный уют, напевы служб умильно длинных, до сей поры в душе поют. Не знаю, прав ли я, не прав ли, не по-указски я люблю, за то, что вырос в Ярославле, судьбу свою благословлю». До 1884 года Кузьмин жил в Саратове, где его отец служил по выборам в судебной палате. В Саратове Михаил начал посещать гимназию. Затем с 1885 года, после их с матерью переезда в Петербург, он начал учиться в 8-й Петербургской гимназии. В гимназические годы Кузьмин познакомился с Георгием Васильевичем Чичериным.
будущим наркомом иностранных дел советского правительства. Чичерину суждено было стать ближайшим другом юности Кузьмина и поверенным его душевных тайн. Переписка их продолжалась до 1926 года. В 1891 году Кузьмин окончил гимназию и поступил в Петербургскую консерваторию в класс Римского-Корсакова и Лярова. Проучился он там 3 года, так и не закончив курс. Будущий поэт посвящал много времени самообразованию и самостоятельной композиторской работе. Он сочинял романсы, работал над музыкой опер, поглощал огромное количество литературы. Среди его любимых и наиболее читаемых авторов – Данте, Гофман, Гейне, Гёте. В то же время он открывал для себя античных авторов – Платона, Луцио, Пуэя, а также сочинения Франциска Ассизского, а любимейшими русскими авторами становятся Пушкин и Лесков. Начался период интенсивных духовных поисков. В 1895 году Кузьмин совершил путешествие в Египет, в 97-м в Италию. Мотив путешествия как духовного пути станет определяющим в творчестве Кузьмина поэта. В конце 90-х, в начале 900-х годов Кузьмин пытается найти умиротворение в старообрядческих общинах. Кстати, родители Кузьмина, мать и отец были старообрядцами. И вот он в эти годы уединяется недолго в Волонецкие и Поволжские степи, собирает иконы и древние рукописные книги. Чувство живой связи с церковной национальной культурой он сохранил навсегда. Русская тема полновесно и поразительно звучит в поэзии Кузьмина. Стихотворение цикла «Русский рай», окутанное тонкой лирической дымкой, насыщенное воспоминаниями, пожалуй, одни из лучших в его поэзии. Вот тот же сон, живой и давний, стоит и не отходит прочь. Окно закрыто плотно ставни, заставлен спинущая ночь. Трещат углы, тепла лежанка, вдали пролет, провает сонный пес. Я встал сегодня с позаранку, и мирный мирный день пронес. Беззлобный день, как святый провод, все, кроткий блеск, и снег, и шип. Читать тут можно только провод перед Давыдовым псалты. И зной печной в каморке белой, и звон ночной издалека, и при лампадке нагорела такая белая рука. Размаривает и покой, любовь цветет, проста, тушна, а в югах поле литовое, юный сажая у окна. Занесена пругой пушистой, живи, любовь, не умирай. Настал для нас огнистый диски, морозно-жаркий русский рай. Ах, только б снег для взора любимый, до краски нежный икон, желанный, неискоренимый, души моей давнишний фон. Вступление Кузьмина в литературу состоялось в 1905 году, когда было опубликовано несколько его стихов в зеленом сборнике стихов и прозы. Почти сразу он заявил о себе как о значительном поэте. Кузьмин с энтузиазмом воспринял сначала февральскую революцию, а затем и октябрьский переворот 17-го года. Свое отношение к революционным событиям он выразил в стихотворении «Русская революция». Словно 100 лет прошло, а всего неделя. Какое неделя? 24 часа. Сам Сатурн явился, никогда доселе не вертелась такой вертушкой его коса. Вчера еще народ стоял темной кучей, изредка шарахаясь и смутно крича, а Анечка в дворец красной и пустынной тучей слал залп за залпом с продажного плеча. Вести, такие обычные вести, змеями ползли, там 50, там 200 убитых. Двинулись казаки, они отказались, стрелять не будут. Шипят с поднятыми воротниками шпики. Сегодня, сегодня солнце встав, увидела в казармах отворенными все ворота, ни караульных, ни городовых, ни застав. Словно никогда и не было ни охранника, ни пулемета. Однако Кузьмин быстро разочаровался в советской власти. Ему претила сама мысль о каком-либо диктате со стороны, о возможной перековки сознания по новым стереотипам. Кузьмин не желал служить ничьим идеям, кроме своих собственных, и не желал разделять ничьи литературные принципы, кроме своих. Одно из последних пронзительнейших стихотворений Кузьмина
не губернаторша сидела с офицером. Это единственное стихотворение Кузьмина с открытым политическим подтекстом, в котором он ясно выразил свое отношение к происходящему в России 30-х годов. В этом стихотворении Богородица обращается к Михаилу Архангелу со следующими словами. «Прожить нельзя без веры и надежды, и без царя, неспосланного Бога. Я женщина, жалею и злодея, но этих за людей я не считаю. Ведь сами от себя они отверглись, и от души бессмертной отказались. Тебе предам их, действуй справедливо». Ну, под этими Кузьмин имел в виду, конечно, большевистских вождей, захвативших власть. И в этом стихотворении очень отчетливо звучит предчувствие кровавой мясорубки, взаимного истребления, унесшего жизни миллионов ни в чем не повинных людей. Последние годы жизни Кузьмин провел в узком кругу, много работая, но ничего не публикуя, раздавая друзьям рукописи и фактически доживая свой век. Михаил Кузьмин скончался в Ленинграде 23 марта 1936 года. Анна Дмитриевна Радлова. «Вы дали мне альбом открытый, где пели струны длинных строк. Его унес я, и сердитый в пути защелкнулся замок. Печальный символ, я томился, я перед ним читал стихи, молил, но он не отворился, он был безжалостнее стихи. И мне приходится привыкнуть к сознанию полному тоски, что должен я в него проникнуть, как в сердце ваше воровски». Это стихотворение Николая Гумилева посвящено Анне Радловой, поэтессе и переводчице. Несправедливо обвинена, как и многие тысячи ее современников, Анна Радлова отбывала лагерный срок в печально известном Волголаге. В лагере недалеко от Рыбинска она и закончила свой земной путь. Анна Дмитриевна Радлова, урожденная Дармалатова, родилась 3 февраля 1891 года в Петербурге. Ее отец был личным дворянином. После окончания высших женских бестужевских курсов Радлова увлеклась художественной словесностью. Писать стихи она начала в 1915 году. Тогда три стихотворения Радловой были опубликованы в журнале «Аполлон». Революцию она приняла не в ее настоящем значении, а как грозовой воздух, веселую грозу. «Под знаком стрельца огненной медью расцветал единый октябрь, вышел огромный корабль и тенью покрыл столетия. Стало игрушкой взятие Бастилии, Рим, твои державные камни пылью, в жилах победителей волчья кровь, с молоком волчицы всосали волчью любовь. И в России моей, окровавленной, победной и пленной, бьется трепетное сердце вселенной». В 1918 году в петроградском издательстве «Фиомета» выходит первая книга стихов Радловой «Сопли». В это время она уже достаточно известна в литературных кругах Петрограда, выступает на литературных вечерах. В стихотворениях, вошедших в соты, читатели видели продолжение ахматовских традиций дневниковой лирической поэзии. Летом 19-го года она написала стихи, во многом предвосхитившие ее судьбу. «Видишь дворцовую площадь, нежной травой поросла, ветер в небе знамена полощет, а на знаменах кровь или стертые слова. Только знаю, слова и кровь прославляют нашу любовь, и цветет любовь, как резной цветок на стальном, на искусном мече. Если смерть нам сулит рок, умереть хочу у тебя на плече». Вероятно, в ноябре 18 года Радлова познакомилась с Александром Блоком. 29 июня 20 года Блок делает записи в ее альбом, а 6 ноября того же года вместе со своим мужем Анна побывала у поэта в гостях, о чем сохранилась запись в дневнике Блока. Радлова называла свою эпоху блоковской. Она писала: «Не олимпийски прекрасная ясность Пушкина, а мучительно объемлющая огромный очерк мира мысль Боротынского таинственно и пышно расцвела через 100 лет в Блоке». Последовавшие вслед за сотами две книги стихов Радловой «Корабли» и «Крылатый гость» свидетельствовали о преображении творческого метода поэтессы. С начала 20-х годов
Радлова входит в круг литераторов-единомышленников Михаила Кузьмина. В 1923 году она становится одним из авторов декларации эмоционализма. Кузьмин посвятил Радлова стихотворение «Сердце» и поэму «Форель разбивает лед». Кузьмин очень высоко ценил дарование Радлова. Он писал о нем: «Перед нами подлинный и замечательный поэт с большим полетом и горизонтом, в строках которого трепещет и бьется современность. Не нужен нам покой тысячелетний, афинский мрамор, дантовы слова. На площадях, политых кровью, дети играют и растет плакун трава. Пожаловал пламя книги, боль и радость, веселая гроза, кружись и пой. Из рук твоих мы пьем забвение, сладость, безумный и единственный покой». Это стихотворение написано в 1920 году. После выхода третьей книги стихов Анна Радлова увлеклась переводами. Трагедии Шекспира, переведенные ею, были поставлены ее мужем, известным режиссером Сергеем Радловым, на нескольких сценах и имели значительный успех. Пьесы в ее переводах идут до сих пор. Она также переводила Бальзака, Мопассана и других зарубежных писателей. Написанная в 1931 году повесть о Татаринове была издана только в 1997 году. Перед войной Сергей Эрнестович Радлов, муж Анны Дмитриевны, был главным режиссером в театре Ленсовета. После отъезда в Москву известного театрального режиссера Мейерхольда Радлов был самым известным авангардным режиссером Северной столицы. Анна Дмитриевна заведовала в этом театре литературной частью. Блокадную зиму Радлова и ее муж провели в Ленинграде. До самой эвакуации весной 42 года театр давал спектакли. И в этом было неимоверно гражданское мужество актеров и режиссеров, которых из блокадного города вывезли в состояние дистрофии. Театр эвакуировали в Пятигорск весной 42 года, а уже летом 42 года Пятигорск заняли фашисты. И Радлова вместе с актерской труппой стали драгоценным трофеем немцев, которые сначала перевезли театр на Украину, а затем в Германию. Впоследствии Анна и Сергей Радловы жили в Париже, где в 1945 году встретили союзнические войска. Как только из Советского Союза последовало приглашение вернуться, чтобы, как говорилось в приглашении, выбрать театр для руководства в Москве или Ленинграде, с радостью приняли его. На самом деле на родине их ждал арест, обвинение в измене и приговор – 10 лет заключения. 31 января 1946 года Анна и Сергей Радловы были доставлены в Переборское отделение Волголака НКВД. На фоне всем известных сегодня ужасов ГУЛАГа условия Радловых в лагере под Рыбинском могут показаться просто санаторными. Им разрешили жить и работать рядом. Анну Дмитриевну лечили в местном лазарете. Сергей Эрнестович занимался режиссерской деятельностью в лагерном театральном ансамбле. В лагере оказалась хорошая библиотека, книги присылали и друзья. Сергей Радлов штудировал на староанглийском языке Шекспира, Анна Дмитриевна переводила Вольтера. Похоронили поэтессу, учитывая ее заслуги, в одежде и в отдельной могиле, но без гроба. Сергей Радлов установил на могиле чугунный крест. Со временем место захоронения было забыто и утеряно. Но на рубеже 21 века его нашли учащиеся Рыбинской школы номер 15 на месте массового захоронения жертв ГУЛАГа, которая расположена между деревнями Макарова и Стерлядьево. Уже после этого был украден крест, на месте которого по инициативе Рыбинского центра детского и юношеского туризма и экскурсий была установлена мраморная глыба. В 2005 году усилиями юных краеведов средней школы номер 15 и известного рыбинского краеведа, к сожалению, недавно умершего, Евгения Балагурова, был установлен памятник на могиле Радловой. Рыбинская фирма «Стикс» бесплатно изготовила памятник. Посмертно Анна Радлова была реабилитирована. Сергей Радлов освободился из лагеря в 1953 году и тоже был позже полностью реабилитирован. Он работал режиссером
режиссером в различных театрах Латвии и скончался в 1958 году в Риге. Ну, в заключение прочитаю стихотворение Радловой «Потомки». Это ее своеобразное обращение к будущим поколениям, потомкам. «И вот на смену нам, разорванными пьяным, от горького вина разлук и мятежей, придете твердо вы, чужие нашим ранам, с непонимающей улыбкой своей. И будут на земле расти дубы и розы, и укращенные зверни уснут бунты, и весны будут свесть, и наступать морозы, чередой спокойной, спокойной простоты. Неумолимая душа твоя, потомок, осудит горькую торжественную быль, и будет голос юн, и шаг твой будет звонок, и пальцы жесткие повергнут лавры в пыль. Эпический покой расстелит над вселенной, забвение верней громадные крыла. Эпический поэт о нашей доле пленной расскажет, что она была слепа и зла. Но, может быть, один из этой стаи славный вдруг задрожит слегка, услышав слово «кровь», и вспомнит, что навек связал язык державный с великой кровью великую любовь.